В Великом Новгороде растет число случаев интернет-мошенничества и краж с банковских карт. В городском управлении полиции даже создали специальное подразделение для раскрытия преступлений в этой сфере. Каждый день как минимум два жителя областного центра попадаются в ловушки интернет-мошенников и переводят свои честно заработанные деньги ворам. Схемы злоумышленники придумывают самые разные. От имени детей срочно просят перевести определенную сумму на чужую банковскую карту или номер телефона, сулят за 100 рублей получение дорогостоящего автомобиля и даже гарантируют быстрое снятие смертельной порчи. Удивительно, но на такие банальные вещи новгородцы все еще ведутся. Вернуть похищенное удается крайне редко. Участились случаи так называемого контактного мошенничества. Когда приходят посторонние люди, представляются социальным работником, я уже говорил о том, что ничего страшного, позвоните в милицию, соответственно, в полицию, предупредите о том, что там кто-то пришел, а мы, соответственно, лучше выйдем, посмотрим, проверим, что это за люди, что они себя представляют, какой фонд они, соответственно, или службу представляют. Если говорить обо всех видах мошенничества, то статистика неутешительная. Только за три месяца зафиксировано 180 случаев. Это в 4,5 раза больше, чем за весь прошлый год. В преддверии Дня Победы жулики особенно активны. В поле зрения попадают ветераны. Полицейские еще раз просят новгородцев быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.